Название колодца Габдрахмана связывают с именем одного из последователей пророка Мухаммеда. По легендам, источник возник от соприкосновения посоха сахаба Габдрахмана с землей, и целебная вода помогла выздоровлению дочери хана. Пройдя вдоль набережной, вы выйдете к музею тюрко-татарской письменности и далее к музею болгарской цивилизации. Пройдя по дороге, вы сможете пройти к ханскому дворцу и далее к ремесленным мастерским и дому лекаря.